А за что он сказал, я как ты. Ну, типа, очевидные вещи, говорю, завтра будет день. А, капитан Ну, горит, очевидность, горит, типа. пацан, чуть-чуть. Ну, может, мы вытащим за счет минус морали его. Спокойно. Знаешь, что я тебе скажу? Они будут кидать вторую, потом любимая волна седьмая на слово, а будет короля и 17. Посмотрим Ништяк, сейчас. седьмой мы дефаем. Если будет Всегда, более-менее средний деф. Мы знаем, как это все дефается. да? Конечно. Тюк. О, Войтик, кас. Войтик, Стим, Варлок, Хиллер. Ну, блин, мины у меня. Ну, ничего У меня страшного. ролить, конечно, бессмысленно. У меня тут две ауры, надо каш ставить, как бы. Ну, смотри, у меня Войты, Стим и Варлок. Но это не седьмая волна с нутя, скажем. С пропуском будет каким-то. Ну ты там мало должен пропустить, по идее. Ну, вот Стим, да, нормально. Я считаю, с 5 до 7 на Стиму буду все-таки. Но я вот поставлю две Акаши, поставлю два айс тролля и файт тролля. И надо будет ролить, я не знаю там. Ну у тебя пик, конечно, получше. У тебя что там с отводом, как дела? Мины, видишь, что плохо. Слушай, может ты это, не знаю, тебе так по сути надо ролить. Почему? Я пока войд этой хиллера поставлю на вторую волну, я без отвода убьюсь. Ты сильно не разынкомишься. Почему 3-0 пойду? О, да, конечно. Потом знаешь, что поставлю вот-вот? За 40 лучку, она же вот с этой клетки будет цеплять. Не самая конечная, а вот эта вот, которая была. Ну, а потом покажу тебе. Будет у меня отвод из лучки за 40. Так. Давай чекать, что там, да? Ну, 2 на 2 соло сложно пробить. Ну, сплэш-то увидим, если есть. И медведя легко тоже спалить. До 180. Быстрее, быстрее. Есть небольшой. Минус. Минус 3 бывает. Это может какой-нибудь, Да это блин. какая-то Минус 2 бывает. саламандра. Этот, нет, это не фанта. Бывает Так, минус ну 2 нет. кидать-то надо в любом случае. Я не люблю третью Да. волну вообще. Ну, мой пик спалят, блин, на раз просто. Я думаю. На, мне Кристина пишет в личку, нет, ты офигел свой бы. Так, еще. Ну, блин, ну вот эту я не должен ликнуть. Вообще, вторую не должен. Хотя, блин, эти акаши дурные вообще. Так, а что мне подстраивать на четвертую-то? Сегодня реально вечер в войдах просто. На четвертую? Ну, айстроль не вывезет в четвертый, нужно одну тигр или три акаши. Ну, три акаши это уже все. Это уже клиника считается на соло. Да я знаю, что клиника, а выбора есть вопрос. Два айстроля. У меня есть вариант поставить серванта, Смотри. апнуть его. Вот это такое, да, Ну, шедевр. подумай, не подумай, два айстроля, я тебе подстакаю, а потом ты просто апнешь Да, айстроля одного не факт, что на пятый. вывезем. Не факт, что вывезем. Но я дефаю. На четвертый гуру два стреля поставишь, по-моему, нормально все будет. Так тебе самому надо будет стакать. Тебя тут тоже. Четвертую там? Почему? Я войду еще одну построю. Ой, типа, ты дефнешь? Давай Подкачаться ты мне не надо. будешь рассказывать по этому. По этому поводу. Что они дефают. Если там какой-то спам минимальный будет, то труба будет полная. Ладно, я пока 3-1 подожду. Ну смотри, что-то они тяжеловато так дефают, да? Слушай, я А, могу вот, пустить, надо ништяк. меня постакать. И стак не своего, вот этого краба стоит. Ага. Тупит. Ну, не краба, а это. Да, кашу понял. А вон у тебя стоит О, чувак, за тобой тюк. гонится. Ништяк. Так. Что я думаю, надо еще виспов заказывать. Делать. Да, там какой-то фантом. Нет, это лучка может быть тоже. Хотя, Может и ручка быть. Похрен. Раки мы на соло, реальные раки. так. Можно такой сериал снимать, реальные раки. Блин.
Я сейчас переубью же, да, без этого, или убью? Хз, напряжно. Ужасно напряжно. Лучше козу поставь, наверное. Вот-вот все-таки, да? Да. Вот смотри, вот не на самом последнем я уйду, вот эту клетку. Нормально же будет, не сразу выйдет. Ну там надо этот ставить на... Да ты шо, он... не знаю. Сколько там рейнджа? 750. 700 у него, да. Хз, Славик, это такой риск. 750 у него. По-моему, она Ну всегда можно, 200. знаешь, ну да, в принципе, может чуть выше, но уже поздно. Так, Блин, черт. он прикрылся при входе еще одному. Блин, мне на серванта не хватит. Знаешь, в Слушай, чем а что, проблема? мы пятую, четвертую не хотим? Или будем в Можно. обмен идти на седьмую? Можно. Если там, давай Урсу, ты скопишь Урсу? Конечно, куплю 5-0. Что Вон, ты? смотри, что делает Лучка. Нормально она зацепляет. Нормально, да? Давай я Да. тебе постакаю. У меня тут Да не, у хз. меня прям нормально. Хотя у тебя каша точно не очень много будет. Я Все-таки еще... Урсу, да, будешь кидать? Да, я его скину. Блин, а мне, наверное, спам придется. А что, не успеваешь, да? Тогда давай Да. седьмую, что ли, я не знаю. Подожди, Давай а может и седьмую. успеваю? 90. Нет, не успеваю, уже столько спам успеваю. Ну я в инком ничего не успеваю тоже. Может, ты Урсу кинешь? Ладно, давай по Урсе или ты командора кинь просто. А чё ты... А, ты уже кинул? Командер туда не зайдет. Блин, ну не знаю, Мне Славик. кажется, спам лучше зайдет. Блин, вот тут я сейчас риск... Я вот так вот сделаю. Мне кажется, вот так вот вообще будет офигенно. Все-таки его собрался, да, Да. делать? Рискнул своей печенкой. А потом добавлю 2 эстреля неапнутых. Это сколько у меня? 160. Да, и у меня будет 5-1. 120, слушай, нет, я бы только кода, да, максимум успевал. Ну давай коду. А чё ты кинул спам, я не Нет, я пойму. ментов кинул еще до волны, что-то не знаю, зачем это Так тебе надо сделал. было командора кинуть, и все, чё ты парился, я Это не знаю. давай с тобой. Опа. Опа. Чисто спамом. Слушай, ну я лик. Как бы. Ну, тоже походу. На батарею каш встать. Ёптель-моптель. Ничего, у тебя вот этот чувак нормально тоже вылезает волны, не знаю, что ли. Шо он вырезает, он сейчас под фокус пойдет и все, и баста ему. Да, пацаны тут на соло лучше нас играют немного. У тебя деф идет? Ты чё? У меня деф идет. Тебя деф? Да. Ты красавчик, У меня что вообще ты? есть чего. Тебе постакаю. Я уже тебе начал стакать, уже второй стак Ой, слушай, выиграл. мне еще этот выживет, пацан. Так Он он тебе мне еще 3 голды фарманет, даст. да? Не понимаю, что ты заморачиваешься. Пацаны, а Слушай, я так... же убью так пятую волну, а там монетки А сколько бегут. там? Два фанта... У тебя два войда, да? А Войда и хилер, да, и отвод. Ну, хз, 50 на 50. Я на Смотри, шестой какой-то волне сплэш, сделаю смотри. себе этого, Смотри, сплэш, стимроллера. Славик, сплэш, видишь? Да, Сплэшек, сплэш. 7 надо, 7 надо давать. Я 4-2 поехал, я 4-2 буду сидеть. Я вот думаю, 5-2 отрубить или нет? Я думаю, надо. Я думаю, 5-2 самое идеальное, да? Да. О, 3 голдицы. Ах, волна. Ништяк, нам как раз волна и нужна. У нас А, ну да, у нас слабые пик за... уязвим на восьмой. Так, я поставлю тролля и усилю отвод пехотинцам. И по идее я должен дефнуть. Вопрос, что мне ставить на 7? Вот это вопрос. Ну смотри, у меня будет стим и апнутый войд. Это Ну нормально я будет или ликну, нет? вообще по идее должен мизер ликнуть. Ты, я не знаю, у тебя вообще ДПСа нету по седьмой. Вот У меня именно, хоть что у меня только Акаши, с... хотя У меня Акаши будет апнут. Steam, все его этап внутри. Жаль, пацаны, что не дали. Могли бы отгребсти уже на седьмой. А так, еще... Ой, ой-ой-ой, как плохо я стакнул. Слушай. Да, помочь тебе с кому-нибудь волос забрать. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Успеет. Нет, ну куда? Стой! Я Блин. ее стакнул. Я ей помог вернуться. Все, я тебе только стакаю, у меня там все Да-да-да, у спокойно. тебя там деф. Блин, вот это, конечно, лажа. Это я Опа, у вчера... меня. Че, у тебя лик, что ли? Да. Охренеть, слушай, Слав. И у Ты меня лик. убиваешь? И у нас волна.
полить, что ли, надо, наверное. Что-то мы заинкомились, да? Ну, Не-не-не, я-то вот сейчас так и понятно, я пришел. закосячил там конкретно. Надо Вот это полить. реально бред только что произошел. Ну, что делать, мы заинкомились, пацаны. А потому что я по воздуху вот эта нижняя эта моделька, она, короче, не видно. В общем, мы вернули преимущество, но при этом еще и переломили. Да. А я буду ролить, кстати, я не буду в бой, да, сначала обычно поставлю, потом за ролем. Ну, Не чем больше обманешь. отвод, тем больше у нас пословно. Не. Так, что я думаю? Я думаю, надо астроля гопнуть. Ну, на ничего, не сильно просили. У тебя будет где-то 1050 на скинуть. Мы кидаем седьмой или что? Ну да, а что у нас выбор есть? Хотя можно было бы Нету. шестую дать, но нет, это явно очевидно Нет, будет. мало, мало очень. Ауру кинем, что и не знаю. Что-то мне ничего вроде не остается. Можно Виво попробовать кинуть. Интересно, С может они ауром. сейчас долбанут, а? Нет, еще 7 будет сюда бить. Ху-ху-ху-ху-ху. Ну я вообще ликнул, ты-то ладно, понты там, 4 птицы. Ну да, я тебе Зайди. еще постановлю стаку 2 раза. У меня Ну, отвод хорошо. вообще хорошо срабатывает. Ну что, тогда Мне... суеверно или как? Да, наверное, да. Слушай, поверно и Я кинул командора виверну, кинул. урсу и... Командора кинул. Блин, у меня кашу надо делать. Так, по сути. По сути, сакаши Сейчас я надо буду делать. ролить, может какую-нибудь лучку поймать. Хотя мне лучка одна тут А точно не уже поможет. нифига не поможет. Тут фантика бы поймать. Короче, я даю командора и коплю, может надо будет апать. Яйцо. Кто-кто? Я говорю, фантика и яйцо бы сейчас поймать. А, мечтай. Так, что я думаю? Я думаю, надо кашу ставить. И хардить Я отвод. поймал капитана. И эту телегу. О, телегу в отвод нафиг сразу. Ага, за Нужны вообще. 125. Ну. Блин, ну. Не, я калитами отведу. Какая калита? Ну ладно. Телегу в основу ставить за 125, пускай стоит. Да хз. Или Я... акалита апнутого А, телега за 125, ну да. Пошел тут. я еще отвод усилил. Ой-ой-ой-ой, куда я Ой, стал? пока я что-то тут накосячу сейчас чуть-чуть. Вон, успел. Все, Не нормально. накосячу. Так, ну давай, орка, ловлю, 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 ловлю. Нет. Да, я ловлю 2 орка, мне 2 орка А, пришло. блин, орки все-таки есть, я его не зацепил. О, блин. Что, состакнул его, нет? Давай, давай, орка, отлично, я убил 2 орка. Блин, ну я урсу запилил за хоть что-то. Слушай, мы вообще падаем быстро. Ну я урсу запилил. Хз. У нас волна еще 30 штук, у нас почти пропуск. Ну я Это шоткой хилок. тупанул вообще. Что там, мы Я не апнули? знаю, надо было апать нам короля, по идее. Кто Это знал? снова 2 хила. Или два Ну хила, да. или ГГ даже. Или ГГ. Два хермита. Ну блин, а почему? Что мешало реально запаться? Мешал то, что мы наглые пацаны. Могли бы запаться, затерпеть, потом где-нибудь позволить. Ну Ну, ладно, блин. хилок, ладно, хилок, ничего страшного. Два килка или ГГ? Ладно, мы тут ушли. Ой-ой-ой-ой, тихо. Чуть не зарад. А там вообще без хилки, слушай. Да. Там этот... Да, два хила. Там Вот-вот. тоже волна. Блять, он даже хил не выбил. А, тут нам ГГшка. ГГшка. Охрененная ГГшка. Да не, надо покопить на какую-нибудь 15-16. Да надо апать короля, чё тут Пока думать. что, да, пока апаем, после 50-й посмотрим, куда выкинуть. Надо им сбить засыл просто, и все.
Хотя Можно план сейчас, два на конечно, по 40 командиру примерно дать, и получится. может быть пробьет. Ну, тут такое дело. Можем самим разгребсти. Я, наверное, телегу эту апнул в Маврике. Чё там? Минеры, некромант, Ну тинник. все, мутантами не пали пока их. А что мне строить-то? Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаю. У меня орки за 300, от них вообще есть смысл какой-то? Ай, дам командора, может пробьет. Проблема в том, что ты уже стимроллера попалил. Вот в чем Ну и проблема, чё? Славик. Они же не знают об этом. Они не будут, может, 17 не будут. Они 16 будут. Тут это На больше. стимроллеров? А что стримроллеры? О, смотри, добавка. Пошла. Причем, смотри, очень много. Ну, я надеюсь, мы отобьемся, да? Я очень надеюсь на это. Что у нас по региону? Ну, 7 минус. У меня вообще сплэша нет, у меня просто, ну, ларм не упало, пока когда мы спамом делали. Хотя не, нормально так. Дефаш? Да. Ну, хавай, что я тебе могу сказать. Я в ноль, по-моему, даже убиваю. Мне хилер просто вывозит вообще коляску. Да, я тащу. Я еще похилю сейчас. У нас волна еще причем, да? Подхаваешь, ну. Слушай, может мне стакнуть разок? Не, Или зачем? опасно? Хавай, хавай. Ну, волна сюда задумать. Если просто они бы у тебя столпились уже, потом бы сделал ТП, я бы больше спал. Не факт. Понял, о чем я? Мне не Ты нормально все быстрее это. бы урон получил бы. Бугор так любит делать. Что-то у нас король интеллигенции лучше. Вот, и сейчас бы всех бы я зафавал. А, ну пили там 7-4 все дела. Да, я 7-4 делаю. Да, ну регеночку надо добавить. И все, три легенды классные. Вот что меня только радует, это то, что у меня есть мутанты. Есть еще одна аура. Даже две ауры. Так, я одну Войда, наверное, Калита поставлю. А, нет, капитан еще поставлю. Класс. Ну, надо на 17-ю идти в разменку. Потом морков. Да, нормально. У тебя есть чем 17, у меня есть. Ну, у меня А орки. если они кинут нам на 15-ю, вот это будет жопа. Я не думаю, что они это. Чё бы и нет. Хотя, да. Зачем легенда такой наплывает? Вообще атака. Я вот думаю, делать 7-4 или нет. Ну, как хочешь. Если нам накидают на 10 много, я не убью всю пачку. Все-таки ты третью кашу, да, когда ты успел построить? А у меня выбора не было, я на 7-й ставил кашу, что мне было ставить, там вообще пусто Ладно. было. Да, я, наверное, сделаю 7-4 и подумаю, что они будут копить куда-нибудь подальше. Поставлю некроманта. Так, ладно, ну я гуми кину, так, чувствуется. Что там все равно будет Ну играть. давай, я... Не, ну кинь за меня, короче. Ладно, сейчас кину. Вай, я еще и ликую, что ли? Не? Нет, что у тебя там с Так, безопасностью? ладно. Давай так сделаем. Давай так сделаем. 123, 123. Блин, 400, не хочу я. Может, стимроллер апнуть на этот бред будет. Ну, в принципе, вала есть, хз, вала попробуем. У меня почти 1700. А, ты думаешь, у тебя ДПС есть по этой волне? Нет, нет. Да они, мне кажется, апнут у меня. Да, на 10, хотя реген что-то там не колбасный.
Они тупо реген дали, хотя могут и не. Сейчас увидим все. Блин, вот надо было сразу ролить. Тут более пик Ну, от сильный. седьмой волны тоже что-то разобило в этом фильме. О, смотри, понты кинули, пацаны. Понятное дело, что они думают Джентльменский покормить. засыл, типа. Покормиться, думают. Чисто на это все рассчитано. Ну, сагрись, вот. Есть. Блять, у меня... Ой, не, у меня нормально все. У меня, прикинь, лучка стала стрелять по Ой, а мне мелочи, а вперед. по Вот пост все вообще, равно слушай, пошел. или нет. Не, ништяк. Все У меня в сагрилось. малину вроде все. Ну, Хотя не, давай, расфокус пошел. и нет, походу я лик. А у меня тоже может быть пропуск, у меня тоже есть Как фокус. я люблю эти дисфокусы. Блять. Да, Смотри, у меня тоже смотри, босс смотри. Ну, пойдет. ну, 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 ну. Есть! А-а-а. Но мы все равно две штуки пустили. Пофиг. Будем дапать или может Что, какую-нибудь давайте двенадцатую чуть-чуть дуэльку, посмотрим? да? М? Дуэльку чуть-чуть. Ну как чуть-чуть, типа, листу могу пинить. А, ну кидай, кидай, чё. Я урсу кинул и буду делать на 7-6 что-то там долбить. Слушай, вообще чемпион, у меня скелет вот этот, короче, последний. Добил этого босса, там он на фонтах таких диких был. Там тоже волна 15 бы туда неплохо зашла, думаю. Ну нам только 17-й размен и все. Ну или 17, но... Блин, будет прикольно, если мы выиграем эту катку. Ну, как интересно. А? Как интересно. Как-нибудь это выиграем, Славик. Вон, видишь, что у тролля? Чё? 1814. Откормили пацана? А чё мне? Мне и апать А чё, некому. где мы его накормили? На 5 чуть-чуть и на 7. А, на 8 Будет. еще пропало, чувак. Хз, Слав, хз. Мне даже построить нечего. Мне вот тоже нечего, у меня тут. Чтобы арену забрать, я не буду. Дай мы дуэль вряд ли заберем. Надо апать. А, ну понятно, блин. Лучки Пацаны делаем. на имбе Там сидят. А мне хороший бы дали секрет. бы Слушай, турель. может 14 им закинуть? У них 90 атаки. По идее, мы тушим их. Я Хотя думаю, нет, нам там стоит лучше демоны живучие очень. кинуть Да не, лучше мы потушим их, наверное, нет? Я думаю, что нет. Почему? Смотри. У них одно мясо. А, ну да, все пизда нам. Да, жалко. Чуть-чуть, да? Бля, чуть-чуть совсем, сука, опять чуть-чуть. Я думаю, надо апать, Славик, и хотя бы по 7-7 сделать. Сколько у нас там атаки короля? 10? И у него 7-7, у того тоже 7-7, да. Ну вот смотри, апаем короля. Там регенку, например, 13 атак. 13-12 атаки делаем. И давай копить уже. Вот так, давай регеночку. Зашмарим. То, что я 12-ю ликнул, тут уже даже бесспорно. Да и ты Это вот тоже. тупо одни турели. Мастерами турелями. Блин, я вот таким пиком делаю 7-6 на 10-й. Без хавчика. Ах, бляха-муха. Да может затащить, хрен его знает. Я дам пару коней, наверное, и буду уже Подожди, спать. а реген, может атаку нам надо? Если мы 17 будем размечу, нам 20 реген. Зачем? У нас волна 13 атаки. Вообще хз. Лучше регенку уже зафулить. О, Нет, он на там. 17 волне, если в А они вон размену. соты апнули, видишь? Короля. Реген поможет. Они тоже на 17-ю идут. Блять, ну у меня нет ничего от 17. Ну танка уже апнешь, уже хорошо будет. Будет ДПС. Норки за 300 еще. И чё, мы будем хп апать или атаку поточим? Да нет, просто вот сейчас еще атаку поднимем, давай. Хватит. У меня сейчас его мастер выжил.
Дам коня или тиника дам. Тиника. О, точно, у меня же тиник. Слушай. Это лучший вариант танка. Слушай, у тебя реально денег и это же есть минора. У меня это турк и мутант. А, ну мутант, я говорю, минора за 20. Вот апну панду на 13-ю и сделаю 7-7. Ты панду собрался апать? А? Зачем ты панду собрался апать? Ты шо, там АУЕ дает и плюс замедляет. Пусть. Тебе еще тролля надо с снегом апать. Ну, то само собой. Чего тогда апнем? Ой-ой-ой. Я Ну, ж там это покормиться было чуть-чуть логично. хотят. Ну, это было логично. Чуть-чуть спамчика, короче, сверху надо добавить. Помимо с моралитика. А что, мы 7-7 будем пилить? Или Да, 7-6? 7-7 в любом случае, Слав. Тут даже вопросов нет. Главное, чтобы хватило сейчас. Я уже пилю, мне хватает. Да, ну ты вообще буржуй, да? Так я вроде и убиваю, что все пачку. У Ты еще меня пачку хилер. убиваешь? Да, у меня хиллер. Хотя нет, я по-моему стык пускаю все-таки. Хиллер не вывез немножко. Что, можно хп еще подапать тогда чуть-чуть? Зачем? А мы в размен все равно проиграем ему. Без хп. Не знаю, можно будет на волне дапать. Как бы. Он А еще тут у нас турелька еще великая, атака. ё-моё. Там смотри, атака вы еще. Еще, А, сейчас ну вот атака. волну дам и все. Где там? Вот чу-чу-чу-чу-чу, пацаны. Точнее, девочки. Девочки 4 демона другие. уже управляем. Хз, у них там как по минимуму столько валы бессмысленной на 17-й. Те же турельки бессмысленные. Не, Не, я ну ты думаю, все равно красавчик, надо дефнул хорошо. поддать. А? Хп все равно можно поддать так. Для Не знаю, 17 Славик, заранее. если уже тут на ва-банк как бы идти. Ну, я понял, что ва-банк, но пинг должен быть полный к этому моменту. Ну и что, мы тогда кинем 7-7. Да нормально он кинул, уже по 700 берегом. Надо Че, мне было. попробовать заролить орков? Да хз, Слав. Ну, три орка надо бы поставить и заролить. Можно Да, два я оставить. два оставлю. Два оставь и роль, все. Просто может хуже, чем попасть, и вообще будет высадить. Вообще нечем будет делать. Интересно, докинут. Еще спамчика, да? Но. А, так ты вон вообще сидишь два. Ну. Наш опыт подсказывает, что если мы седьмую 2 хила отдаем, то нам проигрыш автоматом. Я видел по нашим переходам, мы не беремся, наверное, не так вообще. Тем более волна была. Смотри, я еще и дефаю, что ли. Я тебе там подстакиваю иногда, потому что у меня все спокойно. Ну, по идее, я должен хорошо дефнуть. Я не знаю, я вот сейчас апну мега, апну тролля и начну мутантов. Не, еще одна киника. Я Заебали. поймал тиников и вертолетик. Ништяк, чё? Вот ты Стима апнешь, вертолетика добавишь, кэпика апнешь. Слушай, я орка тогда третьего снимаю, зачем он мне? Да, снимай, нафиг ему. Финика сразу же. Кэпика апни. Вертолетик, да, будет, потом будет капитан, будет апнутый стим Мне и финика. вертолета не хватает. Ну, были, да, у тебя маловато. Не, ну не маловато, у меня ламп слабый для этой волны. А так все не критично.
Никома нет, да, но мы копим опять же. Да, на мутантах я мог разогнаться, не делать. Хотя у меня вот именно ДПСа нету по верхнему. И этот, по птицам, по таким юнитам. Тут все хэвики. Ну, мы бы тогда Аполис к седьмой точно сразу говорили. Ну, за Аполис бы, конечно. По идее, да, могли после четвертой Аполис, но уже... Зарачили просто, реально. Как всегда. Очень сильно зарачили. Ну, что делать? Ты уже... Я уже даже сижу на похуй, не хочу вообще ничего думать. Ну, у меня уже потише. У меня уже 1800, скоро 1900 будет. ХЗ, так все симпатично у меня, я не знаю. Должен ли кнуть, вопрос только сколько. У меня столько мяса впереди, просто охрененное качество. Я вот думаю, сейчас 3 стримроллера, ой, да, 3 этих мутанта и хватит пока что. Ну да, такие 3 хватит. Не надо какого-нибудь несайчика поставить или Акашу набнуть, ХЗ, что-нибудь из этой байды. Ого. Вот и все. Конец игры. Ну нормально, заслали. У меня только демоны и два командира. У меня демоны два. Как мне? Ничего, если еще запаем, может, найдет еще. Надо демона только выстакать. Ну ты стакай, а я своего не буду стакать. Блять, я своего тоже плохо выстакивает. Ладно, вот с кракеном. Это девчик, по идее. Какую-нибудь, знаешь, можешь попробовать за рубаху? 20-ю? Нет. Ну ты апай тоже. Сейчас, подожди, я ламбир апну и дальше. А, ну ты успеваешь? А, нет, ну ладно, давай. Так. ХП полностью надо апать. Тут а все, Реген уже есть атаку, давай быстрее апну тоже. Славик, у нас хила нету. Давай, давай. Бей, бей, бей. Я бью. Атаку апаешь? Нет, ты апай. Нет, ну ты что-то откуда не апал сразу. Давай апну. Да все уже, ладно. Демона, демона пили. Да, пилю, пилю. Ну все, фуловый король. Давай, это, ну, да вроде мы с... входим. Да, нормально. Стакай только. Да, да, да. Или нет? Кентавр из битвы. Ну хотя 2000 все равно будет. Да не, это девчик. Блин, все, ну не сделаем. Танцуй, зараза. Карен, нормально все. Шо, видишь, ты мало, ты плохо запал, я тебя переапал, понимаешь? А, ты больше слил дерево. Я тебе и просил поэтому, чтобы ты со мной апал, потому что мне нихера не приходит. Ну, я выбился из Акали, потому что я апал ламп, а потом его отменил. Но у нас бы все равно сейчас бы на двоих было косарь 400 мало. И что, 20-ю предлагаешь? Даже не знаю. Ты 7-8 будешь сидеть, не будешь 7-9? Я а, мы уже так. Сделать. Да-да-да, 7-8 надо остаться, так вроде мало. Не-не-не, 7-9, Славик. 7-9, что ли? Да. А что, они уже скинули, что они? Они или 20-ю, или в дальнейшем копить там. Ну, 19-ю явно нам нельзя кидать, там много очень пирса. Да. Если да давай 20-ю сразу. 17-ю или 20-ю. На 17-ю нечего, у меня только демон будет один. Ну тогда 20-ю идем. Сейчас пару этих минеров поставлю за роля. Хотя я еще коня поставлю, слушай. О, у меня грифоны, и зачем я апнул Диника? Я грифонов тут построил. Я, кстати, ликну. Сейчас? Да. Где поставлю тебе? Ладно, будет два Диника и грифоны с вертолетом. Бля, я тоже походу пускаю. Мы на 16-ю убивали вообще, они просто не знали об этом. Ну да, мы что-то ужасно. Смотри, какой пиздец. Может кинем все равно на имку что-то сейчас. Я демона успеваю. Мало, Слав, мало.
Ну, демон, кракен и еще Ну кракен может давай, типа чем-то. неждан, да? Ну, Давай 20 все попробуем. равно, наверное, не потушим. Давай хотя бы чуть-чуть их пятна. Я еще одного кракена Помогаем. кину. Ты варлоков там докидывай. А я Надо, еще сейчас у меня кракена. только демон появится. Ну, это потом варлоков добавляй. Потому что нам сидеть копить на 20 вообще нет смысла. Не убьем с ними хилами. Ну да, может они не ждут, типа запали Сейчас пока. хотя бы монеты поднимем чуть-чуть. Смотрите, не так, чтобы Кракена успел за волну. Да Бей в успеваю. разных углах. Да вроде успеваю. Не, ты добивай просто в разных. Ну все, я уже Вот, два все. краки накинул. Давай, я варлока жду, мне чуть-чуть Я, может, волков накину. не хватает. Я успел варлока, отлично. Ну, заряжать я не буду мутантов, но Да поставлю. нет, они нам не кинут сейчас, у них нихуя нет. Ну, волка одного точно кину. А второго хуже. 50-50. Ну я варлока кину второго точно. Сидим как бомжи. Че, 7-10 или 7-11 иметь лучше для этого? Ну сейчас посмотрим, Ладно. сколько они ликнут. Как больно будет им. Они хотя бы хилку потратили или нет? Нет, я тебе сразу сказал, мне надо 20 ждать. Чисто из-за этого. Да, это понты, я думаю, они дефнут. Да какая разница, монетки все равно будут такие. Надо делать 7-10, Кстати, М11. понял, почему они 15 кинули? Они увидели, что у меня стимулы, поэтому не ставил 17. Сейчас, может, что-то получится, но как бы не хило. Ну, смотри, как отлично дефает. Ну и ладно, чем Мутант хотя бы какой-то. по 300 сидим, а не по 150. Мутантик какой-нибудь там-то пришел. Я вообще не понимаю, почему они не убивали нас на 17-й, так Ну все да, в нужно. размен что не пошли. Странновато. Может они почуяли, что у меня стим. Вай, там походу Ну вот один только вообще. его, да, тут вообще получается, Раз, убил два, столько три, спать. четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да, это все он ликнул. Там походу стим какой-то. Неваляшка. А, Там он минер. видел минера. Я вообще не понимаю, почему не добивать. Да хз, Слав, Слушай, они минер. 18 может кинуть? Блять, Да они пусть семьдесят. кидают, что я могу. Я 7-1 запилил, мне пофиг. Если уже проигрывается с Серьезно? музыкой. У тебя 3700 всего. Да шо, сидеть 7-9. Чтоб точно Почему ты рейсовать. 7-10 сидишь? Что тебя не устраивает? Нормальный вылет. Ландер. Чуть-чуть не хватило, да? На хило. Да нет, хил уйдет. Не, не будет хило. А, не Неаполе. Я и говорю, куда ты 7-11 сделал? У Бля. Я думаю, что так долго они бьют, а? тебя сейчас будет 4 еле-еле Ну, сейчас были, заряжу все мутантов, бред. но я думаю, они не кинут. Ты хуй знает. Хотя не Неаполе короля вообще. Блять, надо было Чё, вообще по чё, чё, 7-9 будем чё, сидеть. чё, чё. Давай я заряжу мутантов. Не хилера или капитана Апни хочешь? Да капитана апай, конечно. ДПС же. Так, а чё я могу поставить? Ну давай вот так вот. Хотя Стоп, стой. Там же у меня есть тех. ясно. Что, и 20-ю дадим? Слав. Ладно, 20 рублей. Да тут уже шуметь не надо. Не, не
они кинули. Да, двадцатка. У меня Дима на краке, это точно дам на 20. У тебя? Ну, ладно. Ну, я поставлю еще пару мутантов и на нас рулю. Блин. Смотри, мы даже быстрее их бьем. Ну, там они, походу, заинковались. Так, что я могу, что я могу? Могу так вот сделать. Так вот. Так вот. Киника. Блин, ладно, кинику надо. Скажем, до свидоса. Ну, Баратрум есть, как бы, я не знаю, с вертолетом. Баратрум с вертолетом канает. А. Эй, ты походу уже не можешь говорить, да, типа? Ну да. Маты, перематы. Погнали. Надо еще спамчика добавлять. Бонни вариант. Так, а что я могу вот вот долбануть? Вот вот где у меня будет хрень. Так, апают Баратрума. Да не горят. Да блин, ставься ты уже. Что, не успел зарядить мутантов? Извините. Еле-еле одну черепаху. Еле-еле. Ладно, Слав, давай тогда. Давай, давай, давай. Спокойной ночи. Все, давай, давай.